вы победили. Сначала первыми пропустили, да? Конечно, да. Но это была случайность просто. Я скажу так. Я просто отдохну чуть-чуть и решил дать пацанам, чтобы они трошки взбодрились, как говорится. Ну, потом мы показали, кто мы такие, кто нас народил, как говорится. Ну и все. Но первый, второй тайм, как они отличались между собой? Не, играли хорошо, но потом, после того, как мы забили уже другий гол, хлопчики посыпалися. И вообще у них игры уже не было. Як можна потім буде замітити, що вони взяли собі тайм-аут. Ну все, що зробиш. Катран? Ой, нема. Не зняв вже. Є катран. Як ти оцінюєш ігру своєго колеги в воротах суперника? Нормально, хорошо отіграв. Лучше, ніж його футболісти, які б зіграли за нього, його команді. Набагато лучше отіграв.